планах чечевичные котлетки, салатик из дайкона с морковкой, а гарнир уже имеется. Дайкон пошел. Раз и все. Яблочко. Просто песня. Заправочка. 3 столовые ложки масла. 2 французской горчицы. Ложечку соли без горочки. Лимонтий. Давайте сахарку еще положим для сладости. Ложечку. Для чечевичных котлеток нам нужна чечевица сваренная. И зажарочка из лучка и кабачка. Зажарочку к нашей чечевице. Я еще красной паприки добавлю. А насадку для пюре возьму, чтобы так не совсем в паштет измельчилось. Когда чечевичная смесь остынет, она лучше лепиться будет. Поначалу может жидковатой показаться. Но нет, видите, все у нас хорошо. Пшено, чечевичная котлетка и салатик наш. Литургия прежде освященных даров. Да исправится молитва моя, поется в центре яд на колени. Чечевица? Это волшебно. Как мне понравилось резать салат в комбайне. Нарезка хорошая получается. Заправка подошла. Доброго вечера, ребята. У нас уже вечер. Пшено многие недооценивают. Очень.